Представники Гомельской области рыхтуются до удела у 19-м сусветном фестивале молоди и студентов. 14 до 22 кастрычника гэты масштабный форум будет проходить у Сочи. У составе белорусской команды 24 человеки из нашего региона. Сегодня яны отримали специально подрихтованные значки делегатов. Молодость и юнацтва – лепший час для открытия и здесьнения. Сусветный фестиваль молоди и студентов у Сочи повинен объединять больше как 20 тысяч человек со 150 краин свету. Плануется, что он станет наибуйнейшей подеей у сферы международного молодежного взаимодействия. Минавито тому у лик делегатов от Гомельской области, якія на форуме будут представлять нашу краину у составе белорусской команды, увайшли лепшие из лепших. Это самые выноходливые, талиновитые, инициативные и мэтанакированные молодые люди. Активисты громадских объединений, удельники и пераможцы престижных интеллектуальных, творчих и спортивных спаборництвов. Во урочистой обстановке все яны отримали специально подрихтованные до форуму значки делегатов фестивалю. 24 делегата поедет представлять именно Гомельскую область от Республики Беларусь. Это самые активные, самые инициативные молодые люди, победители многих проектов Белорусского республиканского союза молодежи. Поскольку у нас год науки, из инновационных проектов мы везем туда победителя республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Это перчатку, которая призвана помочь людям в реабилитации после инсульта. Окромя представления распрацовок молодых белорусских новаторов, на фестивале у Сочи запланована презентация пионерского, студотрадовского и волонтерского рухов, белорусских традиций и досягнений Украины у разных сферах. Девиз сёлетнего форума «За мир, солидарность и социальную справедливость. Мы змагаемся супроть империализму. Поважаючи наше минулое, мы будуем будущую». А тому еще одна задача делегатов белорусской команды – продемонстрировать, насколько наш народ миролюбивый и ветливый, миротворчая нация. Главная ваша задача – презентовать Гомельскую область и Беларусь в целом, как уголок мира, стабильности и добрососедства. Показать, что мы открыты для дружбы и общения во всем диапазоне международных отношений. Кроме того, вам предстоит на своем примере показать, как государство относится к молодежи, какие у нас имеются возможности для ее реализации. Пусть каждый ваш поступок будет достойным и ответственным. Программа фестиваля у Сочи включает и работу дискуссийных пляцовок. Это позволит делегатам разных краин обменяться опытом и найти новых сябров. Это действительно уникальная возможность побывать на фестивале такого уровня. Я считаю, что это отличная возможность набраться опыта. Также увидеть организацию подобных мероприятий изнутри, так как мой основной вид деятельности непосредственно связан с организацией и проведением различных мероприятий. Поэтому считаю, что получу уникальный опыт. Едем с предвкушением найти новых друзей, получить новые эмоции, достойно представить Республику Беларусь на Всемирном фестивале. Там буду представлять выставку общественного объединения Белорусско-республиканская пионерская организация. Пионеры всей Гомельщины изготавливали маленьких зубрят, которые будут потом подарены другим делегатам из других стран. Сусветный фестиваль молоді студентов у Сочи будет ладиться с 14 по 22 кастрычника. Своими уражениями делегаты форуму поделятся с корреспондентами. Сочите за новинами. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».